Я купила тебе мозги. Гадости или гадости? Ой, Хэппи, ты что, испугал меня? Гадости или гадости? Боюсь. Конечно же, сладости. Давай скорее сюда. Какая страшная у тебя маска, ты сам ее сделал? Конечно, я на дороге мастер. Смотри, что у меня есть. Ой, страшный ходи. Это же зубы вампира. Сейчас как покусаю? Да не бойся, это всего лишь желатинки. Давай скорее откроем. Ого, Тесс, как будто куча-куча зубов кто-то на полку положил. Жуть. Выглядит довольно-таки неприятно. Укушу. Специально для Хэллоуина. Тут есть и привидения, и тыковки, и паучки. Посмотри, мы обязательно с тобой сварим их на днях. Ребята, а как вы думаете, вы бы хотели себе такие макарошки на Хэллоуин или нет? Пишите в комментариях. Ребята, посмотрите, какие у меня усы. Я похож на моржа. Хэппи, господи! Тебе сколько лет? Я знаю, чего тебе не хватает. И чего же, Тесс? Мозгов. Ну вот, а это как-то обидно. Да серьезно, я купила тебе мозги. Ты что, шутишь, что ли? Это невозможно. А вот и возможно. Смотри. Ого. Это желатинки в виде мозгов. Специально для Хэллоуина. Давай-ка откроем. Запах просто бомбический. Ой, они все такие липкие. А что это с ними? Действительно похожи на мозги. Хэппик, иди, на, съешь. Может, поумнеешь? Как сладенько, как вкусненько. И один мне. Мне тоже не помешает. А что еще? Что еще у тебя есть, а? Интересненько-то как. Ребята, не забывайте поддерживать Тесс и меня и ставить лайки. А еще у меня есть вот такие страшные глазища. Вот как много шоколада, Хэппик, все как ты любишь. Тебе что, глаз или тыкву? Давай-ка мне лучше тыкву, что-то глаз мне совсем не хочется есть. Ага, внутри просто шоколад, Хэппик, пробуй. Тесс, какой вкусный! Так, а я, пожалуй, попробую глаз. Действительно вкусно. Бу, я готов к Хэллоуину. А вот я себе маску еще не купила, но я исправлюсь, обещаю. Ой. А на десерт я купила вот такое страшное черное мороженое. Ой, так-то это все просто, как кажется. Аккуратненько. Ого, класс, Хэппи, посмотри. Вот это мороженое! Хочу скорее, хочу! Так, давайте уберем эту коробку, потому что она занимает у нас все место. Вот такое мороженка. Открываем его. О, Хэппик! Все черное. В черной-черной комнате мы открываем черное-черное мороженое. Правда, оно у нас почему-то подтаяло. Хотя лежало в морозилке. Ого, ничего себе! Я думаю, на этом моменте мы с тобой закончим обзорчик и пойдем кушать мороженое. Ура! Ребята, пока!